Добрый день, дорогие партнеры системы LR21. Это Генри Хардман и наш очередной ежемесячный, в этот раз июньский, видеотренинг. Мы были на потрясающем событии компании, и 1 июня это было грандиозное мероприятие в спорткомплексе Олимпийском. Второй день в космосе, встреча с менеджерами, а сегодня у нас третий день с элитой, с топ-лидерами компании LR, с партнерами системы LR21 в квалификации. Лидер организации, бронзовый лидер организации, серебряный лидер организации и выше. И сегодня мы хотели бы провести этот тренинг вместе. Я лично хотел бы сказать вам о том, что я выбрал LR, потому что это грандиозное будущее для моей семьи. Добрый день, меня зовут Лев Шибалов. Для меня LR – это многоразовая путевка в более счастливую жизнь, которую я могу поделиться с другими людьми. Добрый день, Денис Демин. Я выбрал LR, потому что это возможность получить то, что я давно мечтал – это уровень финансовой свободы. Добрый день, меня зовут Алексей Хитров. Я выбираю LR, потому что я хочу дать десяткам тысяч человек шанс стать свободными и финансово обеспеченными. Меня зовут Мария Хитрова. LR – это отличная продукция прекрасного качества, которую не стыдно предложить даже самым богатым людям. Добрый день, меня зовут Алена Фетисова. Для меня LR – это безграничная свобода и счастье. И у меня всего одна жизнь, и я хочу ее прожить достойно с LR. Меня зовут Алексей Фетисов. Я выбрал LR, потому что наигрался в традиционный бизнес. Добрый день, я Ольга Сликаева. Я выбираю LR, потому что это возможность достижения великих целей и самыми лучшими, самыми открытыми людьми. Добрый день, Максим Лазаренко. Я выбрал LR, потому что LR – это уникальный шанс для любого человека стать финансово свободным. Здравствуйте, Елена Лазаренко. Я люблю LR, потому что дают возможность мне быть своей семьей. Меня зовут Лена Грезина. Мы выбрали LR, потому что это возможность для человека стать по-настоящему свободным. Андрей Веденьев, Москва. Я выбрал LR, потому что я хочу своими руками построить компанию номер один, затронуть жизни миллионов людей. В LR это возможно. Добрый день, меня зовут Татьяна Кабирова. Я выбрал LR, потому что я своим трем детям хочу показать целый мир, а с LR это очень даже возможно. Рустам Душаев, Екатеринбург. Я выбрал LR, потому что хочу прожить фантастическую жизнь. Ольга Ларионова, Ульяновск. Я выбрала LR, потому что LR заботится обо мне и моей семье. Шашлев Валерий, город Челябинск. Для меня LR – это семья. Карташовы, Михаил и Елена, город Воронеж. Мы в LR, потому что здесь осуществляются все мечты. Лариса Гурелец, город Киранты. Для меня LR – это свобода, это финансовая свобода и свобода передвижения. Сидоров Павел, Москва. Для меня LR – это стиль жизни, свобода и достижение всех своих целей. Константин Чернуха, Солнечногорск. Я выбрал LR, потому что это единственный для меня шанс прожить остаток своей жизни счастливо. Я Галимова Илдос, Набережные Челны. Я выбрал LR, потому что это прежде всего для меня развитие, стабильность, надежность. Это мой новый Мерседес. Александр Мочалов. Это гигантский бизнес в очень надежной компании, с которым я могу в ближайшие 2-3 года зарабатывать больше миллиона рублей в месяц и дать возможность тысячам людей сделать то же самое. Виктория Менюхина, город Альметьевск. Компания LR в первую очередь для меня это шанс к переменам. Мы изменились сами, и много наших партнеров тоже изменили свою жизнь к лучшему. Алексей Менюхин, город Альметьевск. LR это лучшее, что было в нашей семье, и это только начало. Привет, нас зовут Руслан и Ольга Шакировы, город Казань. Лично я выбрал LR, потому что я очень умный человек. Только неумный человек не увидит эти возможности. Для моей семьи бизнес в LR – это катализатор признания, успеха и источник больших финансовых средств. Я Вячеслав Степанов, Москва. LR – это такое место, где можно вперед на много лет увидеть радужные перспективы. Юлия Дробина, Ульяновск. Я люблю LR, потому что это хорошие люди, это постоянное развитие и очень интересная жизнь. Мансур Басыров, город Казань. LR для меня это финансовая свобода и то, что я могу передать своим детям по наследству. Сергей и Светлана Аницкевич. Для меня LR это свобода, счастье и позитив. Да, я тоже здесь увидел свободу и неограниченные возможности. Для всех великий шанс тоже так же прийти в свободу. Сейчас. Игорь.
Егоров, Грущий Крест. Для меня ЛР – это новый стиль жизни. Анастасия Батурина, город Череповец. Я выбрала ЛР, потому что здесь есть отношения, общение, команда и море позитива. Алексей и Наталья Филипповы, город Уфа. Мы выбрали ЛР, потому что… Это здоровье прежде всего для меня и для моей семьи. И это возможность помочь многим людям прийти к финансовой свободе. Я выбрал ЛР, потому что это очень серьезный бизнес. Максим Батурин, город Череповец. Для меня ЛР – это свобода, стиль и качество жизни для меня и моей семьи. Александр и Наталья Зотовы, Каменск-Уральский. Для нас ЛР – это счастье, свобода, радость от компании, которая воплощает наши мечты. Здравствуйте, Самохин Виталий. Я в начале года продал свой бизнес, чтобы построить что-то большое. Спасибо. Здравствуйте, я Петрова Наталья, город Иркутск. Я в ЛР, потому что у меня есть возможность помогать людям. Здравствуйте, Славко Сергей и Татьяна. Мы выбрали ЛР, потому что это немецкая компания. Потому что я могу обеспечить, финансовую свободу своей семьи и доставить им возможность многим людям на земле. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Маланчук, моя супруга Оксана Маланчева. Я выбрала ЛР, чтобы помогать. А я выбрал ЛР, потому что это очень эффективный международный бизнес, и стиль жизни ЛР – это мой стиль жизни. Добрый день, Новикова Светлана, город Ижевск. ЛР – это мощный бизнес-проект, который позволит каждому, кто хочет, обеспечить себе пассивный доход и передать бизнес по наследству. Я здесь поэтому. Добрый день, Людмила Демина, город Череповец. ЛР для меня – это стиль жизни всей нашей семьи, не только меня и моего супруга, но и всех троих наших детей. Спасибо, ЛР. Добрый день, Вадим Бакиров, Бавлы, Казань, Татарстан. Для меня ЛР – это очаровательная просто компания, которая умножает силу и честь. Спасибо. Что, друзья, я надеюсь, что вы сейчас осознали, что каждый из тех людей, который вышел сюда, он является лидером организации «Больше». Это люди, которые зарабатывают десятки, а кто-то сотни тысяч долларов в течение года уже в ЛР. Несмотря на то, что они этот выбор сделали для себя всего лишь год назад, полтора года назад, два года назад, но эти люди уже осуществили или начали осуществлять свои мечты. И я вам хочу сказать, что кроме того, что вы слышали, выбрали ЛР, мы делаем самое главное, мы рассказываем об этом людям, желаем вам рассказывать каждый день, каждый месяц о том, что такое ЛР. И второе, мы очень любим ЛР. Мы любим!